Сегодня конкурентов у нас в России, да и у вас, практически нет. Западные компании ушли из России. Даже если они ушли, они нам не конкуренты по цене-качеству. Ну и знаю, что горнообогатительные компании идут на контакты с нами не просто, а сотрудничают, покупают нашу технику. Мы с удовольствием в этом плане можем с вами сотрудничать. Есть хорошие наработки по БелАЗам. До конца года больше 30 единиц мы поставим. Есть уже наметки 15 машин на 23-й год, но это только в первом приближении. Думаю, что будет их больше. Нам известно про ваш интерес, как я сказал, к шахтной технике. Можете быть уверены, что мы окажем вам всяческую поддержку, помощь по всем направлениям сотрудничества в этой части. Надеемся на предложение сотрудничества по производству электротранспорта. Это, прежде всего, Белкоммунмаш. Это перспектива для Мурманска, это тоже очень важно. Поэтому готовы сотрудничать. Мы сделали, как вы знаете, автобус в северной комплектации. В этом направлении Бог велел нам сотрудничать. Важное направление – коммунальные машины, дорожная специальная техника. Вы знаете, мы производим немало такой техники, и в этих условиях, как импортозамещающий продукт, он будет важен и для Мурманской области. Новая модель, например, МАЗ освоил и начнет скоро выпуск серийных машин скорой помощи в нескольких комплектующих. Амкадор – это универсальное предприятие, может на заказ выпускать большую, широкую гамму техники. Очень важное направление – продовольственная безопасность. Мы готовы подставить плечо, особенно для Мурманской области. Еще с советских времен, я помню, жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе из полей, картофель там и другие продукты. Можем продолжить, если вас это устраивает. Сотрудничество в промышленности, строительство, поставки стройматериалов, лифтового оборудования – многие говорят, Мурманская область – это далеко. Но это дальше, чем Питер, но это не Владивосток и не Сахалин, с которыми мы очень тесно сотрудничаем, и не Амурская область. Это в разы ближе. Готовы подставить свое плечо по чистой воде. Программа «Чистая вода». Знаю, что вы недавно проводили серьезное совещание в области по поводу обеспечения населения всем необходимым. Вода – это одна из составляющих. Мы научились делать станции водоочистки и другие мероприятия, связанные с чистой водой. Поэтому с большим удовольствием готовы здесь подставить свое плечо. Словом, ваш визит к нам – это, я уверен, открытие нового этапа сотрудничества между Беларусью и Мурманской областью. Все, о чем мы договоримся, а мы можем договориться по всем вопросам, наши возможности вы знаете. Я уверяю вас, не глядя на всякие санкции и прочее, мы обязательно выполним.